В начале марта решение проверить полигон Сабурова приняла комиссия администрации городского округа Щелково, которая рассмотрела вопрос о дополнительных мерах по стабилизации обстановки на полигоне твердых бытовых отходов, который эксплуатируется компанией «Экополигон Щелково». В решении комиссии предлагалось выполнить комплекс мероприятий по противопожарной защищенности объекта к 1 апреля. На заседании комиссии присутствовал представитель компании. Руководство полигона должно было осуществить все намеченное в указанный срок. Однако этого не произошло, о чем указывается в акте, составленном при участии полиции, МЧС, Госсанитехнадзора и сотрудников профильных отделов администрации округа по итогам выезда на полигон. Начиная от въездной группы, значит, им грязь, постоянная неуборка территории и все прочее, вы тоже видите, это заснято. И кончая там содержанием самого полигона ТБО. То есть спектр достаточно большой, и тревожная кнопка, и охрана, и санитарно-гигиеническое состояние. То же самое, на чем мы стоим сейчас, весовая, она должна была уже в 2019 году начать работать, то есть с начала года. Она до сих пор не работает. Также первичные меры пожаротушения, то же самое, их нету на полигоне. Специализированная организация, которая должна была с ними договор заключить по тушению в случае возникновения пожара там, или чрезвычайной ситуации какой-то, выдвигаться сюда и ликвидировать чрезвычайную ситуацию и пожар. Этого всего нету. К сожалению, такой подход. Выявлены факты ненадлежащего состояния прилегающей территории. Есть бытовой мусор. Также есть места повреждения ограждения и выявлены факты загрязнения территории транспортными средствами, выезжающими с полигона, в связи с тем, что отсутствует пункт мойки колес. По всем данным выявленным фактам будет возбуждено административное производство, и собственник данного объекта будет привлечен к административной ответственности. Мы попытались получить комментарий по поводу всех перечисленных недостатков у представителя компании «Экополигон Щелково». Однако, несмотря на его присутствие при работе межведомственной комиссии, нам так и не удалось выяснить, почему на полигоне в Сабурово из месяца в месяц остается столько недоделок. Я на камеру не буду, вообще не буду. Я просто вам могу объяснить, но вы как журналист, вы как тележурналист. На камеру я не хочу. Будет составлен акт всеми и федеральными структурами, и муниципальными, и будет этот акт переслан в комиссию по чрезвычайной ситуации по пожарной безопасности Московской области. В соответствии с этим, я думаю, что уже на комиссии и на нашей комиссии будет принято решение, комиссии по чрезвычайной ситуации городского округа Щелково, и на комиссии мы не дадим, а уже через прокуратуру заставим выполнить эти мероприятия, которые они должны были уже к 1 апреля выполнить. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».